Привет, друзья! Перейду канал Краснюс, я журналист Дмитрий Полушин. Только-только разблокировали этот канал за страйк, за размещение, как официально говорится в сообщении Ютуба, недостоверной медицинской информации о вакцинах и о коронавирусе. Как сегодня ночью заблокирован второй канал Краснюс Лайв за видео с Татьяной, если помните, от 8 ноября и историю с ее мамой. Теперь второй канал Краснюс Лайв, на котором я активно работал последнюю неделю, будет заблокирован, и вы его в ближайшие 7 дней не увидите, не услышите. Основная информация будет размещаться здесь, ну а о вакцинах на моей странице в Instagram по адресу polushin_dv. Я восхищаюсь теми из вас, теми сотнями не только сибиряков, но и, наверное, тысячами россиян, кто в это тяжелое время, напряженное, я даже не знаю, какие еще эпитеты подобрать, скандальное, разделяющее, разобщающее нас, находит в себе силы и смелость бороться, говорить правду, где-то спорить, где-то плыть против течения, возмущаться, возражать. Возражать властям, возражать депутатам, возражать своим начальникам, что самое сложное, у которых больше всего власти над вами. Я восхищаюсь теми из вас, кто выходит на улицы, записывает обращения по QR-кодам, свое возмущение. Кто, как говорят власти, качает права, не думая о последствиях. Я восхищаюсь вами, потому что вы свою жизнь проживаете не зря. И вот в такие очень важные для страны и для каждого из нас моменты вы помните, что у вас есть не только ноги для того, чтобы ходить, не только руки и голова, чтобы в нее есть, как говорится, но у вас есть миссия, в вашей жизни есть смысл для того, чтобы бороться, защищать себя и свои семьи, проявлять гражданское самосознание и быть верным своим принципам, защищать свою правду. К сожалению, сегодня очень немногие готовы идти на это, на некомфортные обстоятельства, которые сопутствуют тем, кто решает бороться. Друзья, я напоминаю, что я с радостью поддержу ваши вызовы обществу, начальству, власти информационно. Записывайте свои видео вот так же горизонтально, как сейчас. Обращение к людям, обращение к стране, обращение к власти по злободневным темам, по QR-кодам. Присылайте мне на почту news@krasnyus.com. Если забудете почту, найдите меня в Instagram, polushin_dv, напишите мне в личку, я отвечаю абсолютно всем. Друзья, жму вам крепко руку, хорошего вам дня, не сдавайтесь. Как помните, отступать нам некуда, победа будет за нами, а враг будет разбит. Всего вам доброго.